Важно попытаться остановить кровотечение, и наложение жгута может быть достаточно, чтобы сохранить человеку жизнь до прибытия помощи. Сначала оберните полоску ткани или полиэтиленового пакета вокруг конечности примерно на 5 см выше раны. Затем вы туго завяжете ткань вокруг конечности. Теперь плотно стяните концы ткани и завяжите узел. Если у вас есть палка или что-то подобное, просуньте ее под узел и поверните, чтобы сильнее затянуть жгут. Вы должны пытаться затягивать, пока кровотечение не остановится. Закрепите конец палочки, просунув его под край бинта. Укрыться в безопасном месте, пока не прибудет помощь. Или, если помощь недоступна, отправляйтесь в ближайшую больницу только тогда, когда это безопасно.